С вами снова Айс, мы продолжаем прохождение Silent Hill. Ну что ж, начинаем. Начинаем разгадывать загадки. Если, конечно, у нас это получится. Получится, конечно. Наверное. Правда ведь? Ой. Что это? Можно выйти? Пожалуйста. Откуда они тут взялись вообще? Жесть какая. Откуда они тут все взялись? Тут не было. Целых три. Жесть. Не знаю, может отвертка их все-таки Нет. Отвертка не помогает. Ладно, не страшно, идем дальше. Так. Короче, это загадка с цифрами. Я ее разгадал. STRAH. Страх. 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 Я просто хотел сначала увести немножко не так, но это не важно. Смысл, в принципе, прост. Жертвы 18 лет. И по порядку с 18, 35, 38, 45, 60. Первые буквы. Так, что, где мы теперь? Ничего полезного. Ну и жаль. Ничего полезного. Зачем тогда мы сюда вообще заходили, если тут ничего полезного нет? Ага. Все ясно. Амулет. Амулет. Может быть его в часы вставить? Лиза, откуда он взялась? Что с тобой? Я сейчас возьму его. Чего? Почему я еще до сих пор жива, хотя все остальные мертвы? Я не одна, кто-то притаился рядом. Я такая же, как они. О, Лиза, оставайся со мной, Гарри. Пожалуйста. Я так испугана. Помоги мне. Спаси меня от них.
Что-то мы как-то не то сделали, мне кажется. Гадить, я отсюда пришел. Нет. Здесь не катит ясность. Хорошо. Да что я хожу туда-сюда? Ну вот, в принципе, подсказка. Я специально ее хочу показать, потому что, ну как я догадался, что именно от самых молодых, и надо на самых старых буквы подбирать. Это легкая загадка. Это легкая загадка. Так. Да ладно, куда нам дальше-то? Тут же... А где про... Эти знаки зодиака? Вот они. Ну, загадку, честно говоря, не знаю, как сделать просто. То есть, ну, просто не знаю. Поэтому просто я спросил именно подсказку у людей, которые это проходили. Вот. Где-то у меня тут записан. Сейчас глянем. Так, на близнецах 8, на овне 4, на стрельце 6. А, то есть тут 4. На близнецах 8. В 6. Если я не ошибаюсь. Да. Вот тут я не понял, как. А, постоянно, ну, 2 часа настраивать это. Взять камень времени, это, видимо, в часы вставлять. Вот. А настраивать. Так, фонарик включить. Не настраивать, а методом научного тыка, как бы это. Да ладно. Методом научного тыка это было возможно, но долго.
Поэтому я предпочел метод ненаучного тыка взять подсказку у зрительного зала. Ну, если так это можно назвать. Что у нас по жизни? В принципе, более-менее. Ну, вот просто побегал, помучился. Ту загадку отгадал минут через 10, наверное, сегодня. Ну, после того, как особенно прочитал ту надпись, которую мы... которую я вам показывал. А вот эту загадку я так сам не разгадал, честно признаюсь. К сожалению, не получилось. Так, ну давайте попробуем сюда тогда эту штуку. Да, сюда. Часы бьют 2, 3, 4, 5. 5 часов. Ой. Ключ Хагифа. 5 часов. Ну, давайте запомним, да, что пробили 5 часов. Часы пробили 5 часов. Кстати, давайте выйдем. Назад, вернее, зайдем. И проверим. Тут есть часы с разбитым циферблатом. То есть больше ничего не нужно, да? Хорошо. Так вот, часы пробили 5 часов. 5 часов. Хагиф нам нужен. Хагиф. Кстати, Хагиф. Все-таки тут птицу-то это этим ключом не открыть тоже, ну? Ну да. А вот этой штукой тоже нет. И этой тоже нет. Ну и на всякий случай. Я понимал, что это вряд ли откроют. Вот, нам нужна дверь с Хагиф. Это закрыто. Вот он. А, это файлик. Гадись. Хагиф, но это не то. Подождите. Фалик. Вот, Хагиф. Так, тут новый лифт получается просто, да? Больше ничего тут нет. Хорошо. Садимся в лифт и едем... На каком вообще этаже? На первом, наверное. Да, едем на второй. Никаких аптечек, просто стулья. Никаких аптечек, никаких боеприпасов у нас, к сожалению, тут нет. Так, одну секундочку. Давайте просто логически немножко подумаем, что нам, в принципе, делать дальше. Ну, так вот, если подумать. И заодно проверить производительность системы. У нас есть закрытая клетка с попугаем. То есть, по идее, ее надо открыть как-то, правильно? То есть... Плюс есть еще одна закрытая дверь, то есть надо еще один ключ найти. Давайте их убьем. А потом уже будем бегать и по порядку смотреть каждую дверь. Так, пришли мы отсюда, с лифта. Давайте начнем. Замок забит, дверь не откроется. Хорошо. Замок забит, дверь не откроется. Великолепно. Открылась. Оба-на. Что это у нас тут? Вот эти звуки мне совсем не нравятся. Патроны это, конечно, хорошо. Гребень Меркурия. Ага. То есть, смотрите, там звезда, там гребень. То есть, какую-то мы штуку будем составлять, видимо, из всего этого, да? Уже понятно. Ну, конечно, эти звуки мне совсем не нравятся. Что тут у нас? Кольцо контракта? Кольцо контракта. Замок забит, дверь не откроется.
Так, ну вроде я тут взял все, что лежало. Давайте еще немножко походим, посмотрим. Не пропустил ли я что-то малозаметное с виду? Жуткая музыка. Великолепная атмосфера. Потрясающая игра. Так. Дверь забита, она не откроется. Замок забит, дверь не откроется. Ну иди сюда. Ближе, ближе. Ну там еще кто-то есть, точно, да? Да, ну ладно. Сначала проверим вот эту дверь. Там еще далеко она, медсестра. Это открыто. Оба. Так, давайте сначала назад выйдем. Проверим еще. Так, давайте развернемся. Ага, их там две. Ну ладно. Замок забит. Замок открыт. Что мы тут имеем? Патроны для пистолета немного. Камера. Видеокамера, видимо. Видимо, видеокамера. В столе больше нет ничего. Камера со вспышкой. То есть нужно что-то будет еще сфотографировать. Интересно. Действительно интересно. Замок забит, дверь не откроется. Ну давай по очереди сюда. Ну как-то так. То есть, где можно справляться без огнестрела, в принципе, я стараюсь это делать, чтобы не тратить патроны. Еще одна дверь, это палата. Так, ну, тут ничего нет, хотя есть табличка. Пластина привинчена к стене. Вот, помните, да, это, кстати, уже было. И поэтому нам тут нужна отвертка. Где она только? Вот она. Использовать. И тут у нас ключ. Это ключ. Электричество течет к ключу. У меня ударился, я возьму это. А если использовать? А если так? А если так? А если так? То есть нужно еще и электричество отключить. Забавно. Ну как забавно. Интересно, да? Согласитесь. То есть нужно, видимо, где-то найти генератор. Или резиновые перчатки, возможно, что-нибудь еще типа этого. После этого мы только сможем взять ключ. Ладно, не страшно, найдем. Я надеюсь. Очень похоже было на дверь, но это не дверь. Ошибаюсь, мы еще вот сюда. Нет, тут мы были, погодите. Вот сюда мы не доходили. Да-да-да, вот эти вот тележки, я не знаю, как их назвать правильно. Ясно. Это мы просто открыли дверь сюда. Подождите. Мы же поднимались на второй этаж. На лифте. Почему мы что, не поднялись никуда?
лицо контракта. Ну, это, видимо, с боссом надо биться с ним с его помощью. Мы же поднимались на лифте на этаж. Дико интересно, смотрите. Если на третий этаж. Как мы, не спускаясь, очутились на первом? Похоже на алтарь. Чему они поклоняются? Да, это... Так, пока что ничего трогать не будем. Пожалуй, нужно спуститься на первый этаж тогда. Странно, очень странно. Все как-то переплетается. Кстати, я поднимаюсь на второй этаж, да? Я поднялся на второй этаж. Казалось бы, второй этаж. И где я тут спускаюсь, чтобы выйти на первый-то? Вот этого не могу понять. А бродя по округе второго этажа, я почему-то выхожу на первый этаж. Как это может быть? Это совсем как-то... Совсем непонятно. Ладно, подождите, давайте еще раз посмотрим. Вот второй этаж. Второй этаж. Бежим дальше, 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 дальше. Тут закрыто. Тут открыто. И мы, получается, выходим на первый этаж. Подвал, может быть, нам. Ну, в подвал. В подвале мы были, мы туда пришли. Ну да. Мы оттуда пришли. Ладно, давайте разберемся тоже в следующей серии. На этом мы эту очередную серию заканчиваем. Спасибо всем, кто смотрел. Я думаю, что еще, наверное, пара-тройка серий осталось до конца. Ну, и надеюсь, мы игру пройдем. И потом начнем проходить первую готику. Ну, а потом посмотрим. Возможно, второй Silent Hill. А невозможно, скорее всего, так и будет. Всем спасибо и всем пока-пока.